Мы продолжаем работать в Санкт-Петербурге. Со мной в студии Владимир Булавин, глава Федеральной таможенной службы России. Владимир Иванович, здравствуйте. Приветствую вас день. В нашей студии. Добрый день. Тема одной из сессий, в которой вы принимаете участие, посвящена международной координации в борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции. Как бы вы оценили взаимодействие России с другими странами в этом вопросе и влияют ли все новые и новые санкции, которые мы видим в отношении нашей страны? Этот вопрос имеет непосредственное отношение к компетенции Федеральной таможенной службы. Значит, мы в каждодневном режиме выстраиваем по этому направлению свою систему управления исками, категорирование участников внешнеэкономической деятельности, систему запретов и ограничений. И, естественно, успешное решение вопросов противодействия незаконному обороту промышленной продукции невозможно без взаимодействия. Без взаимодействия с нашими коллегами из других федеральных органов исполнительной власти, здесь я должен сказать, что нами налажено информационное взаимодействие с 32 федеральными ведомствами. И ежегодно Федеральная таможенная служба формирует порядка 20 миллионов запросов к информационным ресурсам этих ведомств. Нами налажен активный диалог с участниками внешнеэкономической деятельности, с бизнесом. Мы в целом владеем ситуацией, которая складывается на нашем рынке. И, скажем, в последнее время мы занимаемся вопросами, и нас интересуют такие товарные партии, как брендовая одежда, ювелирные изделия, табачные изделия. И активно взаимодействуем на международной арене с нашими коллегами из таможенных администраций других государств. В частности, мы поддерживаем очень тесные контакты и наладили информационный обмен с 70 таможенными администрациями мира. Российская Федерация имеет 296 заключенных договоров в этом плане. Мы вышли с отдельными странами на признание результатов таможенного контроля, обмен снимками ДК, настраиваем нашу систему управления исками. Проводится в год несколько сотен международных встреч различными таможенными органами. Основным направлением, конечно же, в этом плане для нас является по вполне понятным причинам китайское направление. И диалог с нашими китайскими партнерами, он проходит достаточно активно. Но при этом мы должны понимать, что китайская таможенная служба для нас является выпускающей службой. И, скажем, нагрузка на одного выпускающего инспектора около 1000 деклараций в день, в то время как оптимально считается для нашего выпускающего таможенного инспектора около 10 деклараций. То есть ни о каком контроле с китайской стороны по тем подтоварным партиям, которые поступают на наш рынок, речи не может быть. Поэтому встает вопрос, какой заслон поставить контрафакту в нашей стране. И в этой связи мы, я считаю, в плане противодействия контрафакту вышли на новый уровень, создали электронный реестр объектов интеллектуальной собственности. На сегодняшний день туда включено порядка 5000 товарных знаков. Поддерживаем диалог с правообладателями через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности. Причем это происходит достаточно оперативно. В 2017 году выявили 10 миллионов товарных партий различного контрафакта. Из них, наверное, будет очень актуально сказать, в том числе 250 тысяч различных товаров с признаками подделки, которые имеют символику предстоящего чемпионата мира по футболу. Это же огромные цифры, которые вы называете. Цифры огромные, и несмотря на те системные меры, которые принимаются в нашей стране, но вы знаете, что создана государственная комиссия под руководством министра промышленности и торговли Российской Федерации,
налажено регулярное проведение заседаний этой комиссии, принято достаточно много решений, направленных на поддержание взаимодействия всех контролирующих и надзирающих органов. Но проблема, тем не менее, пока еще в достаточной степени не решена. Сюда же ложится и тема маркировки товаров. Мы знаем, что она уже введена для меховых изделий. С 2019 года планируется ввести маркировку на самый широкий ряд товаров. При этом у производителей есть сомнения. Понятно, что они будут вынуждены заложить в цену товара те затраты, которые они, те деньги, которые они потратят на соответствующее оборудование. Не вырастут ли цены? Я думаю, что цены не вырастут, и добросовестный производитель заинтересован в том, чтобы на рынке поддерживался определенный порядок. А для иностранного бизнеса это уверенность в справедливости, это уверенность в том, что вложенные инвестиции достаточно быстро окупаются. Причем маркировка товаров для тех, кто покупает эти товары, это признак качества товара. Признак того, что он неподдельный. Признак того, что он неподдельный. Вот. И я думаю, что все это приведет к тому, что затраты, которые будут произведены на поддержание системы маркировки в дееспособном состоянии, они окупятся. При этом нужно сказать, что мы связываем большие надежды и с системами прослеживаемости товара. К концу года мы совместно с Федеральной налоговой службой создадим систему прослеживаемости для определенной группы товаров от выпуска в таможенных органах до выпуска через контрольно-кассовую технику торгующей организации. Мы планируем после этого по контуру обратных связей получать данные по стране происхождения, весу, коду товарной номенклатуры, количеству, с тем, чтобы имели возможность сравнить, что мы выпускаем в таможенных органах и что проходит через контрольно-кассовую технику в торговле. Вот как раз еще одна тема форума – развитие глобальных цепочек поставок. Меняются технологии, меняются модели спроса и потребления, формируется новая система. Какое место Россия может занять и при каких условиях? На мой взгляд, у Российской Федерации есть две возможности. Условно можно сказать, что это производственные возможности и транспортно-логистическая возможность. Производственные и там, и здесь мы видим роль таможенных органов. Но, скажем, по производственному направлению можно было бы говорить об экспорте и импорте как таковом. И вопрос стоит об ускорении таможенных процедур. Значит, на этом пути мы твердо придерживаемся вот взятого направления по автоматизации, информатизации. Значит, в наших планах, в соответствии с нашей комплексной программой, довести автоматическую регистрацию декларации к 2020 году до 99% и автоматический выпуск декларации до 80% для декларантов низкого уровня риска. При этом мы ожидаем, что участниками внешнеэкономической деятельности, которые отнесены к сектору с минимальными рисками, будет выпускаться также 80% всего декларационного массива. Это означает, что к 2020 году 64% всех деклараций будут выпускаться без участия должностного лица таможенных органов. Значит, при этом время автоматической регистрации у нас уже на сегодняшний день 3 минуты, автоматического выпуска 5 минут. С точки зрения производственного аспекта, для наших производителей, которые участвуют в международной кооперации, был вопрос учета продукции иностранного происхождения в конечном продукте, произведенном у нас. Мы достаточно успешно эту проблему решили, получили доступ к технологической документации, к бухгалтерскому учету, из которой можно было вот для нас делать определенные выводы по количеству и качеству этой продукции в конечном продукте. Вы уже затронули тему подготовки к чемпионату мира по футболу. Понятно, что, как водятся, недобросовестные производители
все-таки хотят заработать на контрафактной продукции с символикой чемпионата мира. Как вы с ними боретесь? Сколько таких случаев вы выявляете? Ну, я уже сказал, что по прошлому году 250 тысяч случаев, в этом году порядка 20 тысяч случаев. Значит, ну, кроме того, в плане чемпионата мира по футболу перед таможенной службой страны стоят задачи по быстрому и надежному оформлению прибывающих к нам гостей, участников чемпионата мира, пропуску оборудования, инвентаря различного. Вот, и в целом можно сказать, что мы к проведению чемпионата мира готовы. Спасибо вам большое, Владимир Иванович. Спасибо, что пришли в нашу студию. Я передаю слово моей коллеге.